Начнем эту неделю с вот таких вот новостей. Сегодня 13 декабря, праздник живота. Это сильная новость, рубрика «Короче». Поехали. Не забудьте загадать желание. Самый яркий звездопад уходящего года ожидается в ночь на вторник. Скажем спасибо созвездию Близнецы. Всего ожидается до 120 метеоров в час. Наблюдать за этим зрелищем можно будет со всей территории Беларуси, но если погода не помешает. 65 человек валялись пьяными на дороге, еще 19 катались за рулем. Так весело прошли выходные на дорогах Гомельщины. Всего инспекторы словили 19 нетрезвых водителей и 99 бесправников. Кроме того, инспекторы следили и за пешеходами. С их стороны было зафиксировано 530 нарушений ПДД. 206 человек были без фликеров, а 65 валялись пьяными на проезжей части. В Молодечно женщина нашла на помойке банковскую карту и ударилась в шопинг. Она побывала в Копеечке, Доброноме, Мартине, Планете Одежды, Фабрике Здоровья и даже в KFC. Всего потратила 184 рубля, причем не только на себя. Своему собутыльнику она купила куртку и кроссовки. Как оказалось, хозяйка карты выбросила ее случайно. Ну а ту женщину, которая эту карточку нашла, будут судить. Ей грозит до 3 лет тюрьмы.